что хотел сказать. Деньги вокруг нас. Только мы не спекулянты, что по словарю Дали, точно не скажу, по-моему, словарь Дали. Спекулянт — это предприимчивый человек в сфере торговли. Вот этого тростника можно нарезать. Ну вот я вам сейчас одной рукой покажу. Просто некуда положить. Вот так вот, если обхватить пучок. Вот такой пучок 200-250 рублей. Вот вам авито. И вот это все тростник. 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 Ну, его называют камыш, хотя это тростник. Все тростник. Вот давайте сейчас одну откроем. Ну, вот, допустим, вот. Фотка. Вот такой пучок 200 рублей. Востребован вот и до сейчас. Это я знаю точно. Из первых уст, и даже разговаривал с человеком, который хочет себе беседку накрыть тростником. А что им накрывают и как это применяют? Вот посмотрите несколько фотографий. То есть тростниковые крыши набирают обороты, что называется. Тростника полно. Вот я сейчас, вон, смотрите, там до горизонта, видите, вот он. Все тростник. И даже в черте города у нас тростник растет. Причем много тростника. Вот город. Вон там офигенное пространство в тростнике. Снимаю напротив солнца, извините. Ну так сейчас солнце расположено. И вот там все тростник, 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 тростник. И еще один вариант заработка. Это я на себе испытал. Значит, вот этот пойменный дуб. И как видите, ветки аж земли касаются. Вот. Вязать веники. Причем, если соображалка работает, веники можно вязать и ввязывать туда чебрец, например, полынь. И эти веники особенно ценятся. Охотнее берут, даже цена пусть такая же будет, но охотнее берут. Это я сам делал. А секрет успеха. Чтобы эти веники продать, я их вязал, когда еще сотовых телефонов не было, чтобы продать. Надо найти клиента. Вот в этом-то все и заключается. То есть человек хочет искать или начинает искать, а что-то не получилось. Да ну, вот они мое, это клиента не найдешь, да. Ну, как обычно. Вот. Но когда не было сотовых телефонов, и были простые телефоны, я сумел найти по справочнику, искал бани там и так далее. И из другого города заехали, забрали у меня все веники. Это очень реально. Так, Зита кого-то увидела, гавкает. Интересно. То же самое, ребята, и тростником. Его камыш называют, но это тростник. А сейчас карты в руки. Он на Авито там 200 рублей пучок. Спрос есть. Почему есть спрос? Почему я уверен, что спрос будет?
Потому что я не один раз предложил людям, у кого есть, так скажем, деньги, кто хочет себе беседку сделать, кто баню накрыть этим тростником. То есть спрос есть. А как остальное организуете, это уже личное ваше дело. Ну и слегка я предугадываю вопросы. А что, сам не займешься? Почему веники не вяжешь? Были другие варианты заработка у меня. Вот и бросил веники в свое время вязать. Этим летом, может быть, снова начну, посмотрим. Спиртным я заниматься не хочу. Наверное, все продам оборудование. По простой причине, что совесть у меня нечиста. Когда я людям продаю коньяк, пускай даже хороший коньяк. А тростником торговать я поузнаю. Просто там, где он нужен, это далеко. И там, где он нужен, рядом также тростник растет. Так что не буду голову забивать, не хочу. Ну, а ролик делал, прогулялся. Неплохо. Поедем.